Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. В предыдущих видео мы вам рассказали о том, что мы уже закончили наше кругосветное путешествие. И обещал рассказать вам о наших дальнейших планах. В этом ноябре 2018 года мы планируем переход с Испании. Мы улетаем по делам на небольшой промежуток времени и возвращаемся обратно где-то в окрестности города Валенсии. Отсюда мы стартуем на Тенерифе. Возможно, мы будем заходить в Марокко, но это зависит от виз, если мы их сделаем по приезду домой. Если нет, придем прямоходом. До Гибралтара нам порядка 400 миль, после Гибралтара 730-720 миль до Тенерифе. И этот промежуток мы планируем покрыть в ноябре месяце 2018 года. На этот переход мы готовы взять с собой 4 человека. Декабрь 2018 – это будет наш основной переход с Тенерифе на Карибы. Вероятнее всего, мы придем на Мартинику, возможно, на Санта-Лючию, но это не важно, все Карибы находятся рядышком друг от друга. И на этот переход мы будем готовы взять с собой также 4 человека. Но для этих людей у нас достаточно серьезные требования. Это должен быть человек, который понимает, как управлять яхтой, самостоятельно управляет плавсредством и достаточно делает это уверенно. Ежели вы чувствуете в себе уверенность, но у вас нет опыта, вероятнее всего мы сможем взять 2 человека, но при том условии, что 2 опытных капитана дадут свое согласие на то, чтобы на их вахтах эти люди были с ними и учились. Потому что океанический переход – это совсем не прибрежное плавание. Это достаточно жесткие условия. Человек, который переходит океан, хочет, и у него недостаточно опыта, хотя бы минимальный опыт должен быть обязательно, но это будет на усмотрение более опытных членов команды. Поэтому в приоритете 4 человека, которые абсолютно четко знают, что делают, и хотят просто немножко больше знаний, больше навыков. Более приоритет будет отдаваться тем, кто уже переходил океаны. Мы будем рады видеть у нас на лодке команду, которая готова к серьезным испытаниям на 3000 миль. Ну, а теперь несколько слов о наших дальнейших планах. В принципе, пока без привязки к датам, но есть какие-то основные векторы, основные направления. Через год, мы планируем год проходить на Карибах, с самого юга на север, с севера на юг. И провести там достаточно интересный период нашей жизни. И, естественно, все это мы будем вам показывать. В следующем году, ноябрь месяц, мы уходим вниз. Бразилия, Аргентина, огненная земля. И через Магелланов пролив мы собираемся пройти в город Ушуаю. Из Ушуаи мы хотели бы сходить в Антарктику. Это достаточно небольшой переход, порядка 600-700 миль, но очень жесткий, вы, я думаю, понимаете, что за условия в этих морях находятся. Поэтому следующей зимой мы планируем быть в этих водах. Далее, по возвращению в Ушуаю, мы планируем пойти на север. И с севера, чуть-чуть севернее Перу, уже повернуть на запад. И пройти на острова Пасхи, во французскую Полинезию. И, как я уже делал этот один маршрут через Тихий океан, сделать его еще раз, но уже с Диной. Потому что я вам напоминаю, что Дина начала свое кругосветное путешествие в Таиланде. И сейчас мы хотим в Таиланде для нее его же и закрыть. То есть, а для меня я еще раз с удовольствием проведу время в этих прекрасных местах, которые не тронуты цивилизацией. Ну и, естественно, все это мы будем снимать, все это мы будем вам показывать. И наш тур, который мы начали на YouTube в Малайзии, естественно, мы хотим и закончить также в Азии. И чтобы вы на канале смогли посмотреть, насколько прекрасная наша маленькая и очень уютная планета. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, что данное путешествие, данный тур через океаны для вас будет также не менее интересен, как то, что мы вам уже показали. Подписывайтесь, оставайтесь с нами и до встречи в море для тех людей, которые
заболели яхтингом, а если к этому приложили еще и мы усилия, это вдвойне круто. Я готов встретиться со всеми, кого мы увидим по дороге в море, в океане. Ну, естественно, помочь советами и поделиться своими знаниями. Пока!